они, нерпочки. Привет! Привет, ребята! Ребята, привет! Вы что, обиделись? Куда вы? Блин, трава. Да, трава не страшна. Че, все поразбежались? А с кем мы будем дружить? А нам, походу, не с кем теперь дружить. Вон они все. Господи, сколько ее вон сколько там, ё-моё! Да. Тут настоящий нерпичий рай. Сотня тут точно есть этой нерпы. Я полагаю, здесь это, рыбы, наверное, нету. Да. Хоть столько нерпы. Рыбы тут, скорее всего, действительно нет. Куда только жизнь не заводит в поисках вкусностей. Вот опять я в поисках устриц. Я сейчас на острове. Вот я живу на острове Сахалин, а вот возле острова Сахалин есть вот такой вот маленький остров. Вокруг море. И тут есть вот такие вот маленькие устрички. Сейчас вот соберем, будем лопать. Устрицы здесь все намертво прикрепились к земле. Поэтому я вот просто ножом их как-то вот так вот пытаюсь отколупывать. Вот, хопа. И вот такая вот устричка. Вот уже тут большая кучка. Много не надо. У нас всего двое, у нас уже очень много рыбы. Поэтому вот немножко такого разнообразия к рациону. Вот они. Тощенькая. Хорошая. Вот так вот. Так, ну, думаю, еще парочку. И у нас будет роскошный устричный ужин. Открытие устричной банки не считается, пока вы не попробовали устрицу. Я эту устричную банку вижу впервые. Интересное место. Из благородного лафиту никуда. Уберите, пожалуйста, из кадра детей, кормящих женщин. Ну и вообще просто слабонервных.